Железная дорога готовит к Пасхе дополнительные поезда. К православному празднику по стране назначено 10 временных маршрутов. Из Одесского региона к составу Одесса-Черновцы добавились вагоны на Ужгород, Черкассы, Харьков и Измаил. Они будут курсировать с 9 по 14 апреля. В Министерстве инфраструктуры Украины считают, что именно в эти дни ожидается наибольшее количество пассажиров. После праздников поезда будут курсировать по прежнему маршруту.